Академик! Сэйся! Я, конечно, поздравляю и ребят, и зверят, и их родителей с Днем защиты детей. Вот. Но и мое главное пожелание, чтобы в их жизни не было ситуации, когда им понадобится защита. А если так случится, чтобы эта защита обязательно была и оказалась рядом в нужное время. Но главное, чтобы все были здоровы, живы, счастливы. Я желаю, чтобы это лето для вас было таким же полезным, как и лагерь, в котором вы побывали. Хорошо отдыхайте, любите баскетбол, и он обязательно отблагодарит вас взаимностью. Иван. Здравствуйте. Станислав. Андрей. 1 июня – это официальное начало каникул. И этот день я всегда был в хорошем настроении. Сегодня пребываю также в нем, чего и всем остальным желаю. Да что ж такое, ты сломаешь меня, к врачу пойду сейчас. Здоровый. Семен, аккуратненько. Да не настолько, не настолько. Так, не моргаем. Раз, два, три, ЦСКА. ЦСКА!